Хей-йога, с вами Шимки, мы продолжаем проводить игру под названием Chasm. Так, в прошлой серии мы убили какого-то гиганта, мы открыли проход. Но это мне что-то очень сильно место не нравится. Тут какие-то больные крысы, которые просто... Ай, точно, я же кнопки поменял на более удобные. Ладно, они хотя бы дышатся и... О, металл. Минус крыса. Денежка. Левел ап. Так, давайте тогда в эту сторону, потом наверх. Драгоценный камешек. Допустим. Это я ради сундука дойду туда. И все. Длинная броня. Сопротивление улучшилось. Теперь можно подняться наверх. И опять развилка. Давайте влево. Так, ритуальные какие-то у нас книженцы. Ай. Еще железо. А так бы упал из... Коснулся. Походу-то мне туда еще рано, мне нужно чем-то зацепляться. Так, убиваем уже с двух ударов. Ладно, они хотя бы не так уже больно цепляют. Зараза. Так, ну понятно, что внизу есть проход, и сверху есть проход. Давайте поверху. И там куда-то очень высоко можно подняться. Так, монета, токен. Геркулес. Так, туда мне пока что не попасть. Допустим, вычесть время прыжка. Не, да, глупо. Да, я пока просто не достаю. И туда мне тогда тоже варианта идти как бы нету. Так, здесь только откопать проход. И путь к сундуку. Ага. Теперь все стало на свои места. Все стало на свои места. Значит, с помощью того рычага мы откроем вот эти врата. Сейчас бы не прыгать. При нажатии кнопки прыжка. А,
Так, готово. Повезло, что не сам низ. Так, у нас с вами есть какой-то лифт. Ой, какой-то он слишком глубокий. Ага, тут только второй. Давайте вправо. Здесь нужно типа какого-то подката. Этого я сейчас не могу делать, поэтому пока что идем в эту сторону. Нихера себе. Что они делают? Типа бьем и делаем деф, окей. В принципе, слабость этих крыс я понял. Слабые-слабые мыши. Крысы. Успел. Разблокированные, да, крысы. Метающие дурачки. Ага. Что с этой стороны у нас? Добро. Пойдем в эту сторону. Короче, за время то, что она топится, я могу атаковать два раза. Так, мы открыли шахтера. И... ой-ой-ой, забыла о нее. Морковка. Почему деф не сработал? Окей. Погнали в самый низ. Ух ты ж, ё-моё, тихо, я не заметил, что здесь нихера нету. Магией я могу пользоваться. Но пока что у нас только в одну сторону путь. Или стой, тоже было что-то. Ладно, уже не важно. Чёрт. А, мне нужно, короче, во время середины, я понял. Ах ты, сроза! То есть, я ее там атаковать не могу. Ага, я снаряды тоже ломать могу. Проверено. Проверено, проверено. Второй. Так, это сокращение пути? Да. Отлично. Можем отпускаться тогда ниже. Все ниже, ниже, ниже. Ах, черт. Там лифт был, то есть золотой сундук. Ладно, сейф. Сейф тоже хорошо. Блин, там золотой сундук был, а мне сюда, походу, придется снова прыгать. Так. Ясненько, значит, катим далее.
Катим дальше, катим дальше. Монетки, до хера монеток. Минус. Apple. Пока что у нас нового оружия даже нету. И магию мы тоже юзать как бы не можем. Интересно, когда мы этому всему научимся. Ай-яй, туда можно как-то залезть. Но я не достаю. Он достал. Так, теперь у нас такая развилка. По верху или по низу? Давайте пока по верху. Ясно, здесь откапывать нужно. Черт. Проверим тогда такую херь. Я надеюсь, эти же заново по сути не закрываются. Нет, не закрываются, отлично. Убит. Я думал, он будет типа... О! Новый вид крыс, новый вид слизней. Левел ап. Ну и ничем не отличается теми же крысами. Ты ж ё-моё. Этот бронированный. Черт. Кританул, но не убил. Кританул, но не убил. Да, нужно просто часто юзать. Деф, да и все. Даже просто, чтобы обмануть такую живность. Так, поехали наверх. Видите, они хотя бы пуляться не могут. И то радует. И опять развилка. Ну, пойдемте влево. Да, пойдем налево. С этой у нас стороны. А, то есть он бы мне мешал. Хорошо. То есть у меня тут тоже два варианта, как мне туда залезть. Я выберу этот. Оп. Так, дубинка. Нифига себе урон повышает. Ой, ну он замахивается пол жизни. Я думаю, мне не стоит падать пока что. Нет, это фигня, 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 фигня. Пускай ножик и медленный, но он быстрый хотя бы. Что-то я долго иду, иду. Сохранял их нигде не вижу. Я мог только один раз отхилиться. Или два. У меня два, да, яблока? Ух, ё-моё.
Это же плохо. О, археолог. Слушай, ты тут хью... У тебя тут нету это статуи восстановления? Походу нету. Походу значок мне показывает, что туда лучше не идти. О, хил, да, сохранится. Ты ж ё-моё. Воу-воу-воу. Чёрт. Инвентарь. Эпли. Чтобы не убил, чтобы не убил, чтобы не убил, чтобы не убил, чтобы не убил. Ух, готово. Плюс левел ап. Ну, я минус 2 яблочка потратил. Максимум хп плюс 3. Класс. Странный проход на самом деле. Ладно, мы убили какого-то босса, крысу. Сохранимся, нужно будет тогда яблоко накупить, когда мы поднимемся наверх, если мы вообще поднимемся. У меня сейчас целая зона снизу не изучена, и я сейчас еще куда-то иду. По прямой. Опа-на. Вау, это какая-то гробница. Так, туда далеко? Это вообще другая локация? Охо-хо. Можно попытаться вернуться. Я так поступлю. Пойдем в тот неизученный... Хотя, ладно, побежали по прямой, плевать. Пойдем в гробницу. Хотя нет, давайте, короче, если я сейчас по-быстрому все сделаю, чтобы в следующей серии мы уже отправились в гробницу. Непонятную. Пока что сюда сбегаем. Плюс максимум хп 3. Это было щедро на самом деле. О, морковка. Он часто прыгает. Он прыгает довольно часто. Зараза. Нужно, чтобы меня не коцал. Ой-ой-ой, да, я еще здесь не проверил, что здесь есть. Так, там снизу можно тоже сундук откопать. Возьму себе на заметку. Так, теперь мне нужно в самый низ. Они не умирают. Как я. Да, он часто прыгает. Ай-яй.
Тупая крыса. Да, сундук. И что ты даешь? Жизнь ничего. Классно. Хотя то, что я могу сделать, инвентарь. Атрибутику получается у меня. Крит Тоникс. Короче, это тоник, что он мне увеличит криты. Эта фигня мне дает рандомный эффект. Хорошо. Запомнили, идемте дальше. Два удара по мне, я труп. Запомнили, запомнили. Крыс не вариант бить дубинкой, потому что они меня просто грохнут. Сейчас моя цель — это выжить. Поэтому мы должны дойти с вами нормально до сохранялки. Он уже был готов прыгнуть. Я просто уже видел, как он на меня летит. Опа-на. Так, эскейп. Палочка. Довольно длинная. Прикольно. А вот это вот не прикольно. Черт. Game over. Game over. Game over. Аж 18% пройдено игры. Ладно, давайте тогда на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.